Говорят, что на главный алтарь было использовано около 3 тонн золота. Вот собор начинается вот с такого вот фойе с картинами. Вот картина Зурбарана, нашего любимого. Тот же Лил. Франц Фракен. 1630 год. Вот такой вот. Здесь хороший, красивый предбанник с картинами. И мы сейчас будем идти в собор. Это радует, что мы вчера успели купить билеты, не выстаивая. Вот Мурильо. Святой Фернанд Мурильо. Да, этот собор, наверное, один из самых посещаемых, потому что такого сумасшествия я даже в Миланском доме не видел. По правде говоря, заходишь в собор, и глаза разбегаются. Не знаешь, с чего начинать, потому что он такой необычный, такой огромный. И нереально красивый. Что мозг не успевает за этой всей красотой. Какая же это нереальная величественность и красота. Пятиневный такой огромный соборище. И здесь нужно найти могилу Христофора Колумба. И вот могила Христофора Колумба. Такая вот тоже это за чудеса. Витражи обалденные. Просто невероятная красота. У меня нету слов. У меня просто закончились. О боже. Какая же это невероятная корона. Просто можно сойти с ума. Здесь просто какое-то органное чудо. Органы с двух сторон.
очень много в КПЛ. И по какой-то непонятной причине некоторые вот из них все-таки закрыты. Невероятные КПЛы. Да, это все нужно разглядывать. Здесь можно это все разглядывать часами. Sometimes